Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России. Это решение прошло процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу. Отмечается, что проект в том числе поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющее большинство регионов. Национальный родительский комитет ранее обращался в Минпросвещение с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку.